Телеканал «Украина» решил разоблачить российские СМИ, и я только приветствую эту инициативу. Конечно же, всем хочется стать в один ряд с какими-то там разоблачителями. Но предновогодняя байка российских СМИ: Деда Мороза в Украине больше нет. 20 декабря 2015 года. Вы посмотрите, до чего они только додумались, эти российские СМИ. Я, знаете, я больше пафоса буду так впихивать сейчас в это разоблачение. Впихну по полной. Правда, в последнее время российская пропаганда сеет слухи, что сказочного деда в Украине чуть ли не люстрировали. Ха-ха-ха! Придумают же такое! Еще одно новшество, которое ждет украинцев. Теперь Новый год в Киеве будут встречать без Деда Мороза, который на волне люстрации, похоже, стал объектом преследования. Даже Дед Мороз стал объектом политических спекуляций. Уже пытаются отменить Новый год, чтобы не было Деда Мороза. Потому что у нас Санта-Клаус и Святой Николай никогда, потому что русский Дед Мороз. Предновогодняя байка российских СМИ: Деда Мороза в Украине больше нет. То есть телеканал «Украина» решил не просто разоблачить там что-то на словах, но и проиллюстрировал то, что разоблачил. И это тоже похвально, потому что факт есть факт. Его не опровергнуть. Видео есть видео, как говорится. И его не опровергнуть, если в дело не включается кто? Анатолий Шарий! Еще одно новшество, которое... 20 ноября 2014 года. Еще одно новшество, которое ждет украинцев. Даже Дед Мороз стал объектом политических спекуляций. 18 ноября 2014 года. В Украине теперь даже Дед Мороз стал объектом политических спекуляций. Киевская мэрия отказалась. Свеженькое видео. Свежачок. Святой Николай никогда, потому что русский Дед Мороз. 25 ноября 2014 года. И опять свежачок, свежачок. Святой Николай никогда, потому что русский... Но российские СМИ на самом деле кое-что сообщили о Деде Морозе, как будто бы его собираются люстрировать в соответствии с декоммунизацией. Бред такой, а? Или не бред? Вот Лента.ру. На Украине предложили декоммунизировать Деда Мороза. Со ссылкой... А что там по ссылке, а? И тут невдача спеткала украинского спортсмена, потому что просим... Вот, довести этот лист данного звернення до батьківської громади. Совковий Дед Мороз і Снігурочка, їх треба люструвати. Все як треба, вулиця Степана Бандери. Наше розоблачення закінчено. І над ким же в цьому випадку можна посміятися? А?